Сегодня Екатерина Варнава вызывает у своих поклонников исключительно восхищение. Участница шоу Comedy Woman может похвастаться копной шикарных светлых волос и утонченными чертами лица, но в молодости артистки часто приходилось сталкиваться с критикой в адрес своей внешности. 15 лет назад девушка выглядела даже старше, чем сейчас. Ее отличительной особенностью был крупный нос и яркий макияж, который прибавлял ей несколько лет. Высокие прически юмористки тоже не были ее украшением и лишь подчеркивали недостатки. А осознав, что необходимо что-то менять, Екатерина решила лечь на операционный стол и немного подкорректировать свою внешность. Девушка увеличила губы, изменила форму бровей и сделала более изящный нос. В последующие годы хирургическое вмешательство стало еще заметнее. Однако такая явная трансформация превратила Варнаву в роскошную красавицу. А что скажете вы?